Задание дочери по рисованию в 5 классе. Нарисовать инопланетянина. В результате дочь приносит 2 и запись в дневнике. Таких инопланетян не бывает. У нее в глазах какая-то искорка есть. По-моему, ее тараканы в голове какой-то праздник справляют, и это салют. Зашла в знакомую кофейню со стаканчиком другой кофейни. «Вы», с обидом говорит бариста, «как на день рождения к бывшей с новой девушкой пришли. И скажу я вам, хоть бы нормальную выбрали». Он: «Разговор с тобой, как разминирование боеприпасов времен войны. Фиг знает, в какой момент рванет и по какой причине». Она: «Я старая». Он: «Я буду в черной шапке и синих джинсах. Рост примерно 185, вес 84. Она: «Ок, я буду в черной куртке с весами и рулеткой». «Девочки, как вы сообщили мужу о своей беременности?» Сделала аиста из бумаги оригами, текст сложила в клюв и приклеила на дверь туалета внутри. Муж спросил, что это за журавль и почему он курит. Ехала сегодня в такси. Водитель был в прекрасном настроении. «Я люблю свою работу», — говорит он. «Сам себе начальник, никто мне не указ». А я ему: «Здесь налево». Артисты новогодней программы Первого канала строго делятся на 2. «Это кто вообще такой?» И: «Господи, он еще жив?» Я: «Есть будешь?» Жена: «Нет», и отвернулась. Я: «Ты не будешь чебурек или беляш?» Жена с надутым видом: «Чебурек?» Я: «Один не будешь или 2? Жена: «2». С мужем решили написать на листках бумаги, что нас друг друга раздражает. Я накатал 2, а он написал: «Люблю тебя, любую». «Стыдно-то как?» Медведь-самоубийца пересосал себе вены. Пассивный некрофил. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не иссякал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Почему еще не жмакнули?